утро. Ой, как-то тут на солнышке. Даже я не я кажусь. Мы в гостях. Только что проснулись, ну вот буквально недавно. Сейчас спустимся вниз, будем завтракать. Нам тут дали целую комнату. Так что мы тут блаженствовали. А вчера приехали, я уже ничего не снимала, потому что здесь были друзья, большая компания. Ну и сами знаете, как-то неудобно. Да и может люди не хотят сниматься, поэтому я уже вчера ничего и не снимала. Мы посидели в большой компании отличной, провели время. В общем, день вчера был просто во все сто. Классный, настроение было на высоте. Супер, не зря, что поехали, не зря, что приехали. Так что просто... Классно, сегодня тоже хорошее настроение, естественно. Проснулись, светит солнышко вообще. Так что пойду спускаться вниз, позавтракаем. И уже, наверное, поедем домой. Как бы я хотела, конечно, в аквапарк, но Вова все-таки кашляет. У него какой-то кашель, ну, то есть он уже пролечился, пил антибиотики, побыл на больничном, вышел на работу. Но кашель у него как-то остался, хотя его послушали, все вроде сказали хорошо. Легкие, чистые, в общем, все как бы вроде нормально. Но почему-то кашель у него остается, и в общем, ладно. Без аквапарка, хотя здесь славится большой аквапарк в Тюмени, даже больше, чем в Екатеринбурге. Но ладно, в следующий раз как-нибудь, поэтому не все сразу. Ладно, пойдемте на завтрак. Проснулся уже. Кто тут хныкает? Не-не-не-не-не, не буду, не подойду. Боится, что ли? Да, вчера не боялся. А сегодня не то настроение, да? Немножко. Не то настроение. Здесь, кстати, елочку поставили, тоже нарядили вам. Так, ну что у нас? Завтрак. Вскрываем коробочку. О, ух ты! Какая красота, смотри. Гранат. Вкусно. Приятного аппетита. Паштет вот. Нежнятина и вкуснятина. Он молодой, да? Из-за этого? Нет. То, что охотничий? А команды какие знаешь? А? Закапывать, потом откапывать, да? Вот и племянница здесь свой дом. У них вот такой кедр роскошный. И сейчас мы поедем до Ашана. Вчера понравились креветки. Сегодня чуть холоднее, но солнышко есть. Вот. Ну ничего, нормально. Все, едем в Ашан покупать креветки. Мы зашли в Ашан. Так, я увидела в золотой теперь такой одежки мартини, просека. В том году брала красная. В красной такой одежки, да. Теперь вот золотой. Золотой у меня нету, поэтому беру просека. Креветка была. Охеренько нагревает, открывает.
Я вот сегодня. Да. Ну, выгодно, выгодно вообще, хорошо. Такие крупные, вообще классно. Ну что, просека есть, креветки взяли. Идем сейчас посмотреть подарочек на Новый год кое-кому. Так. Идем в Глорию джинс. Довольны, я говорю? Удачно сходили, да? Домой заехали на заправку, кофе, капучино, булочки, там что-то с ветчиной, да, по-моему, из курицы, не помню, как они правильно называются. Ветчина, сыр, курица. Нет, это не какое-то название было там интересно написано, да. О, какая маленькая, да? Треугольничек. Какой-то треугольничек, чудо жареный какой-то там, но горячий. Как? Грилата асела буррито. Ух ты. Ну все. Машину помыли, стекло все равно грязное. Стекло оно помыли. Машину. Понимаешь? Ну все, солнышко вроде пока светит. Едем домой. Наше маленькое путешествие за выходные заканчивается. Нам счастливо добраться до дома. Ребята, мы уже приехали домой, разгребаю свои все сумки. Решила показать еще, что купили. Ну, вроде бы не показала. Вот сыр президент вот такой, очень мне нравится. Мартини вы видели, когда я покупала. Вот мартини сейчас у меня будет в такой золотой одежке, бутылочка просека. Дальше паштетики. Один паштет мы открыли у родственников. Все попробовали на завтрак. Паштет всем понравился очень. Все оценили. Очень такой необычный вкус. Какой-то нежный-нежный. Немного сладковатый. И в то же время вкусный. В общем, не знаю, не могу подобрать слов. Необычные паштеты. Реально достойные. Вот паштет мы с гранатом открыли. Очень всем понравился паштет. Эти будем дальше пробовать, конечно. Вот это с черносливом и грецким орехом, с вялеными томатами и грибной с фисташками. Взяла вот такую приправу для креветок. Креветки уже не буду доставать, потому что вы тоже видели, я скорее убрала их в морозилку, потому что уже начали таять. И вот такие беру. И вот такую беру приправу. Очень нравится, вкусно. Но еще плюс, конечно, лимончик, когда мы их варим. Так что будет у нас вкусный Новый год и паштеты. А, и кстати, ребятки, вот тоже забыла показать. Ну, показываю сейчас. Скорее всего, у меня тоже это видео будет о покупках, потому что заказы у нас пришли из Валберис. И покупочки вот как раз, ну, сами знаете, такой период Новый год. Все покупают, вкусненькое, разненькое. Поэтому вот показываю все, делюсь всем. Нам привезли икру, мы заказывали у знакомых. Вова заказывал. И вот нам 500 грамм икры. Видно, что она хорошая.
крупные, но мы уже неоднократно заказывали. В том году, по-моему, у нас не получилось заказать. А вот потом я тоже показывала видео, что очень-очень вкусная икра. Так что Новый год, самый любимый праздник, самые вкусняшки, все, конечно, это в Новый год. Вот такие вкусняшки к столу новогоднему. Так, ну получила я заказ Валбарис, занавес. Мы его сейчас повесим на кухню. Так, Ксюшка, помоги мне достать. Давай посмотрим пока. Вот такой заказала занавес. Тут и луна, и звездочки, и маленькие звездочки. Но, наверное, это все будет нагляднее, когда повешаем. И посмотрим, как это будет все у нас гореть. Ой, как мне нравится. Очень красиво смотрится. Налью себе чаек. Посижу, покайфую. И очень люблю такую обстановку, когда вот уже выключаешь свет, когда у меня, в принципе, все тут чистенько, все прибрано. И я включаю вот эти вот гирляндочки. Здесь вот у меня тоже старенькая гирлянда из Fix Price с шишечками. Я обычно так вот сюда ее и вешаю. В общем, очень нравится мне. Я люблю в такой обстановке, так скажем, уединиться по-вечернему, по-волшебному, по-новогоднему. Так что не сильно я тут украшаю кухню. Вот буквально несколько гирлянд и все. Поставила я, кстати, сюда, достала баночку пингвин. Уже покупала, не помню, наверное, года два назад. Достала вот такую стеклянную баночку, тоже я показывала в том году. Вот, ну, сегодня решила применить ее под маршмелло, потому что какао, кофеек и маршмелло как раз в зимнее время самое то, новогодние каникулы. Вот, и так, в общем, у меня мартини стоит. Такой небольшой тоже тут. Можно вот свечку поджечь. Ну, мне хватает, в принципе, гирлянд. Иногда я, да, мне вот хочется, вот эта у меня свечка от гирлянд, она реально такая, с ароматом прям. На всю кухню, можно сказать, на всю комнату. Но поджигаю я ее не всегда. Когда вот хочу именно почувствовать аромат, тогда зажигаю. Ну и чем не Новый год? Опять работы. Подарок. Оказывается, опять почему-то дали нам. Там от профсоюза был подарок. Сейчас он сказал, что как от работы. Ну, давайте будем смотреть, что теперь нам попалось. В общем, такая шапка попадается с зайца. Угу. Новый год. Катя, будешь зайцем? Такие варежки. Фактически костюм целый. Так, и вот такие конфеты. Ну вот уже через мешок мы видим, что тоже неплохие конфетки. Сникерс. Ну ты давай его вот показывай. Посмотрим, какие конфеты попались. Я уже вижу халва в шоколаде. Но у нас халву, кстати, почему-то никто не любит. Ага, кто-то пришел проверять. Так, баунти. Левушка вижу. Мармеладки. Кстати, круто. Мармеладки. Красный мак. Халва. Ну вот халву, говорю, у нас почему-то никто не любит. Я люблю халву. Но наши не едят. Смотри, какая штучка попалась. Фруктовая, да. Пастила. Подожди, а вот это... Ой, какая вот снеговичок. Угу. Любимые конфеты, да, для всех ребят. И вот такой молочный шоколад. Двухслойный, со вкусом попкорна. Интересный вкус. Да. Тоже Левушка. Так, вот мишки. Метелица. Птичка. Ну, в принципе, неплохо, да? В общем, мы не прихотливые, неприветливые, да? Очень нам нравится. Почему бы и нет? Хорошие конфетки. Так что подарком рады. Потому что Катюха с нами поделится. Да? С конфетками. В гостях хорошо,
А дома ждет работа. Сегодня готовлю, потому что приехали после гостей. Дома уже все пусто, надо что-то готовить. Хотя, если честно, уже нисколько не хочется готовить, потому что вот-вот уже впереди Новый год. Как-то вообще не хочется готовить ничего, потому что знаю, что потом ждут нас салатики, там предстоит все равно готовка на стол. Ну, что делать? Сегодня вот приготовила котлеты. Котлеты я иногда запекаю в духовке. Мне так тоже нравится, потому что не всегда хочется жареные. Вот хочется просто запеченные такие котлетки в духовке. Здесь у меня овощи. Гречку отвариваю. Гречка мне нравится вот так вот в пакетиках. Как-то удобнее ее готовить. И борщ. Потому что борщ у нас любят, ну, практически все. И супик как-то все-таки надо. Опять же, будут впереди салаты, потому что в выходные дни, да, и все-таки надо на неделю, чтобы горяченькое что-то было. Жиденькое, горяченькое, да, в виде супчика. Так что у меня тут дым коромыслом на кухне. Жарю, готовлю, парю, да. Аж вот делюсь, что у меня происходит вот на кухне. Сейчас пойду на Валборис. Буду сдавать костюм вот такой лыжный. Вот вроде бы и можно его носить, и вроде что-то мешает. Не знаю, немножко мне давят штаны. Вот где-то, главное, вот здесь. Вот тут все вроде нормально, но в каких-то местах у меня давит. И почему-то курточка, мои говорят, что плечи широкие. Ой, так что, наверное, пойду сейчас все это сдам. И еще Катюхе заказала... Катюхе заказала эти штаны пижамные. И тоже качество какое-то очень вообще непонятное. Не к телу. Вообще какие-то не пижамные штаны. А что здесь написано вообще? Хлопок. Ой, не знаю. В общем, какие-то они неудачные. Малые тоже Катюхе давят. В общем, пойду их сдавать. Что-то у меня какие-то заказы вот эти вот неудачные. Придется теперь тащиться это все отдавать назад. Так, ну что, покажу свои покупочки. У меня было два заезда в ЛДПТ. У нас в Екатеринбурге ЛДПТ раньше было. Но в последнее время закрыли их. Я спросила в Тюмени, как вы думаете, почему у нас в Екатеринбурге закрыто ЛДПТ? Они сказали, что у вас, потому что золотое яблоко. И, в общем, говорит, видимо, там продаж в ЛДПТ у вас как бы не очень. Поэтому и не стали как бы больше открывать. Вот. Но действительно это так. Я, кстати, подумала, это правда, потому что ЛДПТ цены, они как-то повыше, чем в золотом яблоке. И, конечно, золотое яблоко там просто брендов большое количество. Люди, конечно, идут золотое яблоко больше, чем ЛДПТ. Вот. Ну, раз я попала. Хотя, возможно, в принципе, заказывать онлайн. То есть, заходишь в приложение и делаешь заказы, все нормально. Раз я попала вживую в ЛДПТ, раз я как бы уже зашла в ЛДПТ, в магазин, поэтому решила попробовать купить вот такой тоник от Pixi. Никогда не пробовала эту марку Pixi. Слышала, что хорошая. Там очень было большое разнообразие тоников с разными действиями. То есть вот этот, по-моему, для любой кожи. И отшелушивающий. Там еще всякие-всякие, даже не запомнила, какие были. Ну, большое разнообразие она мне называла. В общем, мы остановились, вот что отшелушивающий. И тоник этот действительно такой хороший. Аромат тонкий, приятный. И что могу сказать? Ну, то есть, если сравнивать с какими-то обычными, простыми, бюджетными тониками, конечно, ну, Pixi хороший. Чувствуется, что это уже высший сегмент, чем бюджет. И когда я протираю диском лицо,
тоником вот этим, то я действительно чувствую, что как будто я сходила, умылась каким-то скрабом или вот гелем, который очищает до скрипа лицо, кожу. Вот прям ощущение действительно вот очищенности. То есть оно такое прям как будто сразу чистое, гладкое, там до скрипа очищенное. Ну, вот по ощущениям прям приятное. В общем, классный тоник. Мне понравился. Стоит, ну, как бы не 300 рублей. Вот, и мне дали подарок. Как в подарок? Вот такой купон, типа, на 1000 рублей при покупке от 8000. Ну, вряд ли я, наверное. Я не знаю, можно, если будет только, опять же, онлайн применить вот эту карточку. Но, наверное, это, не знаю, надо почитать. Если онлайн заказывать, то можно ли этот сертификат применить. Разобраться. Вот, в общем, у меня тут только тоник. Вот. А во втором ЛДБТ мы в другой торговый центр заезжали, там тоже было ЛДБТ, я тоже зашла. Вот. И купила вот такое масло от L'Occitane. Кто знает такую марку, кто пробовал, ну, мне кажется, что бренд на высоте, у них вот все уходовые средства просто супер. Душка всегда приятная, крема просто сама нежнятина, и хорошо питают, и аромат очень классный, и эффект тоже есть. Вот, в общем, ну, приятно пользоваться L'Occitane. Не то слово. В общем, масло после душа. Ну, то есть... Есть масла и для душа, да, во время душа можно, там есть масла такие, но я выбрала именно, что после душа, ну, вот когда уже ты вышла, высохла, и все равно хочется увлажнить, да, то есть бывает, что ты ходишь и чувствуешь, вот я чувствую локти сухие, ноги сухие, как бы все равно хочется увлажнить, тут такой спрей. Так, это какая серия? Вот написано: смягчающее масло для тела миндальное. Масло для тела с легкой текстурой, активно питает, увлажняет кожу в течение 48 часов. Содержит в себе миндальное масло и масло камелии, богатых омега-3 и 6. Или сколько и 6, да. Благодаря которым кожа становится более упругой и подтянутой. Нести на сухую чистую кожу тела массирующими движениями. Попробую на руку. Вот аромат — это просто само блаженство. Очень вкусное. Так что... Очень рада этой покупке. Давно я хотела, кстати, масло. Я люблю пользоваться маслами. И вот когда я ходила в бассейн, после бассейна выходишь, уже помылся, да, там после душа. И вот все равно хочется какого-то еще увлажнения. Масло мне очень нравится. То есть масло наносите на тело, все хорошо, оно впитывает. И потом уже, ну, как-то ощущение такой приятности, кожа мягкая, чувствуешь... Мягкость, нежность. У меня от L'Occitane много что было. Вот, ну, что вот у меня сейчас осталось. Это вот у меня такой кремик для ног остался еще. Ну, вот для ног. Ну, пахнет чем-то таким мятным, освежающим. Но это крема, это легенда. Я знаю, что очень много нравится. Я знаю, что очень многим нравится бренд L'Occitane. И вот такой у меня еще крем остался, 25% карите ши масло, да, тут, в общем, для лица, ну, это просто, у меня большая баночка здесь, у меня 50 миллилитров, ну, это блаженство, блаженство пользоваться этим кремом, вообще этими кремами, маслами, вот, и за покупку мне дали, другому же ЛДБТ дали мне вот такой бальзам для губ. Наверное, просто обычный какой-то
Я еще даже не открывала. Ничем не пахнет. Бальзам для губ. И положили вот такой пробник парфюма Живанши. У нас с Ксюшей этот парфюм есть. Очень нравится, поэтому пробничком, конечно, буду пользоваться. Ну и вот тут на пару раз и пробник заканчивается. Обычно это так. Но приятно, все равно приятно, когда дают какие-то подарки к покупке. Я это очень люблю. Так что я очень довольна, что взяла и тоник, и вот такое масло. Я довольна. На Балберис еще мне тут пришла посылочка небольшая. Получила вот такую игру. Это на Новый год, на каникулы. Будем с девчонками играть с полуслова за 60 секунд. Здесь часы песочные. Вот, потом вот такие карточки. Вы, наверное, все знаете эти игры. Вот, и что там? Наверное, инструкция, правила. Правила, как играть в эту игру. Вот такая будет у нас игрулька. Ну, у девчонок еще есть различные игры, поэтому найдут чем заняться. У них там и монополии, и всякие тоже есть. Тоже какие-то вот разгадки, отгадки. В общем, они это дело любят. Вот, наверное, пока все на этом. Если что-то будет, потому что мне постоянно прибавляются заказы, я постоянно хожу на Балберис, что-то получаю, потому что сейчас период, конечно же, подарков. Мы покупаем что-то, все время заказываем, то есть у меня без конца идут заказы. Конечно, я когда буду подарки упаковывать, я не смогу вам показать, потому что мои родные все смотрят, и они будут знать. Поэтому уже все, что они получат, как бы мы покажем уже просто там, ну, в январе, наверное, да, получается, что 31-го мы вскрываем обычно в 12 часов, там, ну, после 12 эти подарки. А потом уже, как бы, ну, вот когда я смонтирую видео, уже в январе там выпущу. Ну, скажу, что мы не супер что-то такое готовим и дарим, потому что все-таки это Новый год, это не день рождения, и нам не хочется, как бы, все зарплаты, да, там, все деньги выбрасывать просто на эти подарки. Как бы мы подходим с умом, все равно делаем кому что надо, ну так, в пределах разумного, и как бы чтобы все равно было настроение, конечно, вот этот процесс. Но никто не ждет, конечно, на Новый год, что там машину, там что-то еще, прям какие-то брендовые вещи, там дорогие. Нет, у нас все так скромно, но кто что хочет, в принципе, стараемся вот как-то угодить, подобрать, вот, угадать, в общем, вот как-то так. Рубрика «Покупки» продолжаются. Сейчас у меня были сделаны покупки из магазина «Золотое яблоко». Купила я вот такой гель для умывания от «Холики-Холики». Покупала я от фирмы «Хаями», по-моему, да, гель. Но вот этот «Холики-Холики», кстати, не пробовала. Так, это что? Гель алоэ 99% универсальный. То есть и для лица, и для тела. Вот. Буду пробовать. Так, дальше. Ксюшка сильно вообще нахвалила маску. Именно вот такую. Magic Glow от Darling. То есть у Darling есть различные маски для лица. Но Ксюха сказала, что вот мама, вот именно Magic Glow, там, как она называется, с эффектом сияния. Освежающая, она говорит, самая-самая классная. Ну, взяла тоже, попробуем. Так, сыворотку стабильно беру от Эвелин. Это вот у меня такая сыворотка от Эвелин. Я как базу накладываю на ресницы, а потом уже тушь.
Тогда получается тушь насыщеннее на глаза. И взяла тональную основу от Эвелин. То есть я тоже люблю такую основу. Взяла разные эти. Вот. 0,10 и 0,15. Немножко потемнее, немножко чуть посветлее. Да, посветлее, потемнее чуть-чуть. Ну, там они практически-то не отличаются. Чуть-чуть, вот немного. Вот. Потому что тоже Ксюха сказала, что Эвелин якобы пропадают такие тоналки. Покупай. Тем более, что они по акции. Я взяла по акции 299 рублей за бутылочку. Хотя я раньше покупала за 600 рублей. Где у меня тут? Сейчас покажу. Вот у меня. Я тоже без конца покупаю. У меня заканчиваются, покупаю. Снова, кстати, у меня какой номер? А у меня вот 0,10. Ну и все, хорошо. 0,10 и 0,15 будет. Так. И взяла вот такую пасту для пробы, отбеливающая, для любителей кофе и чая. Ну вот, не знаю, посмотрим, как такой мини-формат, маленькая зубная паста, но если понравится, буду брать. Вот это у меня то, что из магазина «Золотое яблоко». Взяла брюки ходить на работу. У меня, кстати, вот такие брюки были очень мои, так скажем, любимейшие, но тут уже подшивала. Все, стали расходиться, как бы срок службы так закончился, скажем, потому что долго их носила, очень мне нравились. Такие плотненькие, на зиму вообще самое то. И от, типа, как бы такая же фирма, что ли, какой-то «Океан». Вот, точно такой же, но немножко вот они другие. Синие-синие такие, что ли, как быть, в клеточку. Ну, тоже очень такого качества хорошего. Очень такого качества хорошего. Отличные брюки. Взяла ходить на работу. Пришла из магазина. У меня здесь фикс прайс и красное и белое. В фикс-прайсе купила вот такую тянуку, кислый мармелад, очень мы любим его, но он частенько у нас пропадает, то есть не завозят. И нахожу в других фикс-прайсах. Вот если захожу в другой фикс-прайс, то там иногда нахожу. Поэтому сразу купила кислый мармелад. Взяла вот такие какие-то конфеты жевательные с начинкой, батарейки. Потом вот такой переходник, зарядное устройство. Семечки, это чтобы сейчас насыпать птичкам. Я заметила, что семечки они больше всего любят. Хлебушек лежит, пшено лежит, а вот семечки они только так расхватывают. Поэтому семечки сейчас им все насыплю. Это специально для птичек взяла. Вообще хочу большой пакет купить, в светофоре заехать. Но пока в светофор... У нас нет, так скажем, ходу, пути. В общем, пока не получается светофор нам заехать. Поэтому вот взяла немного. Так, в фикс-прайсе еще взяла вот такую подставку. Либо вот так можно что-то на нее поставить, либо для свечей. Вот. И вот такую взяла книжечку. Нет, не книжка, это блокнот. Нет, не блокнот, даже как сказать, для записей. Тетрадка, наверное, да, общая. Такого взяла тетрадку. Большая размером. Ну как? А4 или меньше? Или, ну-ка, сейчас смотрю, какой у нее размер. А нет, формат А4. Формат А4. Чтобы записывать туда информацию по новой, ну, для новой работы мне нужна такая тетрадка. Потому что будет много всего неизвестного, новые программы. Буду сюда все записывать. Да, меняю работу, но о работе чуть позже. В общем, вот такую тетрадку купила для работы. А в красно-белом взяла сыр.
шаурму и воду. А воду взяла, потому что завтра поеду на УЗИ, и мне нужна будет водичка. Там нужно, чтобы был полный мочевой. Поеду проверять почки, мочевой пузырь. Все, вот такие небольшие покупки у меня на сегодня. А я буду сейчас вот чем заниматься. Конечно же, упаковывать подарки. У меня здесь вот бумага куплена различная. Сегодня я докупила вот такие ленточки. Тут у меня такая была красивая еще с Катюхой мы покупали. Это я сегодня докупила. В общем, буду сейчас упаковывать подарки, заниматься самым приятным. Как можно сделать? Ну, можно сделать просто как пакетом. То есть вот так взять. А у тебя есть вот так скобы эти? Как-то оно вот так складывается, и ты просто этим. Степлером как-то надо, да? Да. Я как-то делала, но я не помню. Но у нас нету степлера. Либо можно. Да, вот это, может быть, его вообще скрутить вот так вот. Ну, нет, взять. Ну нет. Ты опять что-то пробовала? Тебе эти помады. Ну, я продаю же ведь. Естественно. Можно вот здесь вот так разрезать. И тогда вот так сложится. И вот так на друг друга сложится. Ну и вот так у меня здесь процесс идет. Я сейчас включу свет. Потихонечку заворачиваю подарочки. Занимаюсь. У меня, конечно, не совсем красиво это получается, не совсем, так скажем, эти упаковки, но для своих же, в принципе, поэтому все равно им рвать эту бумагу, как получается, так получается, вот, но главное, что вот все-таки занимаюсь, и мне интересно, с одной стороны, да, упаковка, это какой-то такой все равно процесс радости, вот, и надеюсь, всем понравится, но сейчас я показывать это все не буду. Я не снимаю, что конкретно мы дарим, потому что все равно мы потом снимаем это 31 декабря. Я буду все равно снимать этот день в ночь после боя курантов. Мы вскрываем подарки, и поэтому я уже поснимаю, что там как бы каждый получил подарок. Сейчас мои все смотрят. Поэтому могут все подсмотреть, увидеть заранее, будет неинтересно. Очень мне, кстати, вот такие ленточки понравились тоже. Сима Лэнди сегодня купила. Красивые. Бумага я брала в ленте. Так, у нас подарочки пополняются. Вот так вот все заглядывают, и кто-то что-то добавляет. Девчонки очень любят мне подарки упаковывать, что-то готовят. Вижу, что уже кому-то маме. О, маме готова уже. Свою нашла. Это не подписанные. Ну ладно, пускай там у нас лежат под елочкой. Вот, я тоже свои все упакую и сюда положу. И будет у нас много подарков.